Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на новом Бристлбеке. Очень хотелось попробовать Бристлбека с красным аспектом, который с ультимейта дает скорость атаки вместо повышенного дэмэджа. Врожденка у Бристла — это его ульта. У меня ульта с первого уровня доступна, но она не дает скорость атаки на первом скиллпоинте. А, нет, дает. Просто очень мало. А не дает скорость на первом скиллпоинте. Пока читал, благополучно крипа не добил. Вообще, это, по-моему, худший драфт моей команды за последние несколько недель. Просто посмотрите, пик слева и пик справа. Пиком справа вообще невозможно выиграть, пик слева. Это я еще спикнул Бристлбека в Некрофса. Знал бы я, что это некрозет. Разумеется, даже не подумал бы взять Брисла. Так, два стика пока что зарядил себе. Маловато. Ну, из хороших новостей у меня очень много денаев. Два ласхита я пропустил. Один пока врубал запись, один пока читал льду. Играю, кстати, не один, играю в пати с Алиной. Мне в комментариях постоянно пишут, что она не Алина, а она Аля. Она одновременно и Аля, и Алина. Правда. А, я не среагировал. Аля играет на Андуинге. Вижу. На линии у вас просто мрак. Тебе нужно байтить их на двойные языки, так, чтобы ты при этом не вставала под стан. Да, я еще забайтила из долга. Неловко вышло. Опа, ошибся на некродете. Ботал очень поздним, потому что я стики взял стартовый бай. Сильно жалею. Алина не даст соврать, я еще, когда бежал ставить вард, разнылся. Что не надо было такой стартовый бай делать. Но я не стал возвращаться и продавать шмотки, несмотря на то, что с стартового закупа их там можно продавать чуть ли не минуту. Потому что Некрофс — это не тот герой, который контролит руны. И он не будет ворвать Данинга у меня. Данинга, я тебе репорт кину нахуй. Чё он мне сказал? Данинга, я тебе репорт кину нафиг. Что? Упс, ошибочка. Я все-таки пойду за руной. Он меня зеркалит. Не обращай на него внимания, мудл чат, и как будто бы его не существовало. 8 стиков, он их загрейзил. Убить его, скорее всего, невозможно, но я все равно буду пытаться. По XP я его хорошо веду, в принципе. Я же играл на Бристлбеке в этом патче, но я играл с другим аспектом, который пускает сопли спиной. Стики выбил. Я при этом стики все еще таскаю с кайфом. Ну, погнали, сделаю микростак себе. Играть буду, скорее всего, просто с коричневым тапком. Скорость атаки у меня полным-полно, мне ПТ-шка не нужна. Хотя, наверное, загрыжу ее чуть позже. Не знаю, хочу ли я играть с Аганимом. Скорее всего, да. Вот он опять пидит, просто в двоих дошел. Придурочный. Не обращаю внимания на коров на 4000-ях никогда. Разрулили? Он дурак. Красота. Нафидел. Хорошо, что я его заметил, господи. Там, скорее всего, в чате нечто. Наверняка. Так хочется взять себе кусок худа. Он стоил одно время 450 голды. 450. Сейчас он стоит, как ебаное крыло самолета. Заматы, извините. Кстати, ни одного крипа не пропустил, пока стаки делал. Ошибается, правда, как же я гнию с крипов. Он просто подходит и финит.
Скорее всего, я спалил свой вижен. Да, впрочем, плевать. Десятый стик. Ты хочешь убивать? Он хочет убивать. Давайте качаю ульту. Пуч сделал вид, что обсервера у меня нет. Огромный молодец, Пучик. Гляньте на скорость атаки, аж просто нереально. А может без столбик с клипниром? Мне за этот клипнир уже троллят в комментариях. Я клипнир покупаю в каждой игре на каждого героя. Хорошая шмотка. Очень. Кстати, у Лизи работает пассивка? Или не работает пассивка у Лизи? Работает. На линию вернулись, надо выходить на лайн. Одного крипса пропустил, на остальных поспел нормально. Но чувствую, в следующем патче клипниру достанется. Я это предвидел очень давно, что клипниру и Радику достанется. Радику уже не рфанули. Следующий патч, который будет через год примерно. Не, балансировочный патч в течение недельки должен выйти. И, возможно, даже дадут один крупный патч. Под International. Даже они все скрин мастера выпустили. Это ж вообще четвертым актом, скорее всего. А сколько, кстати, героя не было? Пол жизни, да? Плюс-минус. Полтора года. Весной же того года вроде выпустили кого-то. Я не помню кого. По-моему, последний герой прямо убийств. А, последний герой Муэрта. Да, точно. Вот ее выпустили в апреле того года. Если не в марте. Нет, в апреле, наверное, все-таки. Я бы взял Аркейн Ринг, но здесь я играю против Некродеда. Аркейн Ринг брать прям максимально впадлу. С Вангвардом тоже играть не буду. Просто фастовый. Аганим. Как очень хороший фарм-инструмент. И потом сразу же ретлик айтема. Кстати, на топе можно попробовать с Центуриона. Нет, 14 стиков и ультимейт. Ой, заразаю. Ничего себе, ты смеешься. В жизни так же. Леди. Какой вкусный некровс. Вот бери, не хочу. Но любая тпшка, и я отличу. У меня ТП-шки не будут. Я не увидел точку, в которую он в центре поставил, к сожалению. Нет, давайте я вот так вот сделаю. Хапериген, даманериген. Хотя у меня слотов столько нет. Ну ладно, топор и гранатку выложу. Нормально сойдет. Через 30 секунд пронзительная руна ДД сработает. Нас трое, к нам некропус пришел. А это надо разворачивать. Разворачивайся, разворачивайся. Что там? У меня там бы нет 10 секунд. Главное ульта. Крипы добили, ну как это вообще возможно, хотя бы физически. Надо было стилить мне. Че, мы под тавр? У меня там боюсь. Под тавр нельзя, он ультимативный на кентавре своем. О, погнали, некровс, отмдохаем, Митя. Пойдем. Ты ульту нажмешь. Ты паута у него не будет. А тут все равно вижен ли он поставил. Так что нужно наглую в открытую. Опа. Ладно, дэмэджа кратно больше, чем я ожидал. И героя кратно больше, чем я ожидал. Неловко вышло. Ладно, бывает, переживем. Зато кентавр, кстати, сейчас за ультимейта. Что еще раз? Что-то особенное собрать. Либо глиммер кейп, либо Йола.
Астрадианцем, скорее всего, буду играть в этой игре, чтобы разобрать его на Нулифайр. Нулифайр против Урса, Нулифайр против Некрозеда. А сперва, наверное, давайте в фейсы с Ашаяшем. Все-таки созрел до фейсов. С Мишлейром, кстати, можно сыграть. Тоже вполне себе идея. Луни вообще насрать, она даже стан не пыталась дать. Так забавно, когда бим Луны или колбу Цемки пытаются называть станом. Не знаю, почему меня это очень умиляло всегда. Тебя сейчас очень плохо слышно. А, вот так будет лучше, нет? Да, так лучше. Микрофон укрутился. Талант на скорость атаки буду брать, очевидно. Забивать ручками. Некров с руной активный. Или без. Я не успел прокликать. Я опять не успел. По-моему, он на хосте был. Угу, с хостой. 5 стиков, а пацана еще. Да не хочу. Не успел каплю выложить. Ладно, сейчас импакт от семечки ощущаю. Тайминг Аганима на 30 секунд позже, чем планировался. Не нужно было физить Митя. Извините за звуки разъеба хаты. Не случайно. Ну как же хочется молнии под такую скорость атаки. Блин, самую скорость атаки, она же сумасшедшая. Это еще 12-го скиллпоинта нет. Полтора раза больше будет. Возвращаюсь на линию. Тут полуторная пачка плюсом сейчас будет. Будут руны. Двух героев на боте вижу, можно и на древних побегать. Двух? Игроха с Шраудом. Да, двух. Леона и Трента. Блин, мою сторону веди. Сочек. Нет, не веди в мою сторону, там Некрофс. Веди в другую сторону. Уже поздно. Я не успел первый нажать. Я 3-6 вижу, это пиздец. Не, давайте, не надо. Господи, почему стан-то полжизни? Вот он. Спасибо. Заказываю наконец себе фейза. Стой. Ничего себе, бык. Каплю бы новую взять, наверное. Было бы очень хорошо. Че по темпу? 11 уровень, Некрозеда. Почти радианс. Ну ладно, мне на творца. 1000 на 2 больше, чем у него. Даже несмотря на то, что у него килы есть. А, у меня даже килы есть. Начинаешь опыт Жени Профса как раз состелил. Mm-hmm.
и Виндлей с капелькой. На ульты 3 секунды. Не, пушку кач вообще нереальный. Глянь, мы скорость атаки. Ты видела когда-нибудь, что Бристлбек так долбил? Раньше нужно было мэншарт для этого покупать обязательно. Огоним даже на ретлик Бристлбеке обязателен. Не только потому, что это очень мощный фарм-инструмент, а еще и потому, что... Это единственный способ разогнать ультимейт до 12 стаков. Сейчас максималка 12. На первом-втором столько не насобираешь. Раскачка у Луны классическая, и Луна пошла не на древних, пошла со мной фарм делить. Странное решение. Впрочем, право его. Тогда я пойду на древних. И сейчас он пошел на древних, ну ёбаная жизнь. Давай на топе ультимейт с кентавра выбьем. Он наш пару стиков еще зарядит. Шлом. Мы к ним не пойдем вниз. Надо, надо. Вниз. Заходи через гейт. Угу. Я по старинке полетел. Так, на нас двое, их пятеро. Теперь нас трое, их пятеро. Мне кажется, можем пока здесь попранковать. Блять, меня там были, куда поставить подальше. Сука, мне не... Я же сожру тебя за секунду. Не, ну мясы... Мясы пранкуют жестко. Соло килл для Некрофоса. Не гляньте, как регенится. Я два раза мясанул, еще мне почему-то послышалось, как он ультил. На боте, Пуджа. Мы в итоге дали им два последовательных тимвайпа. Три героя умерли на боте, а потом еще пять героев умерли на боте. А нет, два плюс пять. Семь. Семь это не восемь. 7 это нормально. Мне кажется, буду прямо сейчас БКБшку брать все-таки. Вообще нереально без БКБ. Заматы, извините. Почему ни разу не удивлен? У него есть огромный фарм на боте и древние. Он летит ко мне обниматься. Знаете, Dragon Skill. Как я забыл, что спут хорошо. Я даже не заметил. Если бы ты не сказала, я бы и не знал. Это не я. Давай все на Луну свалим. Кто-то зафармил, реально Луну зафармил. Шестнадцатый левел у Некрофоса. Ёбаное пекло. Было, кстати, очень близко. Погнали на Торментора толпой. Я умру, если пойду. Блин, я древних заблочил по пути. Давай на Луну свалим. Да, Луна виновата. Если бы Луна сфармила этих древних, я бы их не заблочил. Я же говорю, что я умру. Ничего, отрегенилась нормально. Убежа полезный шарт. Ну там выбрать талант. Я не помню таланты эндуинга, сейчас гляну. Минус 15 секунд перезарядки или плюс 50 урона от дикей? Бери дикей, фармить будешь.
Штурсу получится пранкануть. Всех. Не получится. Ладно, погнали просто руны смотреть. Мы им ничего не сделаем, верно? Все сделаем. Нужно подождать Тимбера. Вчера вот в помоечку. Ой, я тебя с пыжом спутал. Так, мне крадет отлетел. Уже неплохо. Чего я так отлетаю? Я БМ соберу, я не знаю. Юла. Юла 2,5 секунды неуязвимости дают. Ну ладно. Пойдет. Для меня файт хороший, для Луны, правда, две смерти подряд. Впрочем, да, нужно пожертвовать какой-то фигурой. Хорошо, так мне киллы вообще не достаются в этой игре. Не помню, когда я последний раз кого-то убивал. В прошлом файте. А, Леона, да. Блин, я фарм тут же уступаю. У меня темп лесного фарма сносный, раз. И два, я буду сейчас уходить в сторону активных рун. Слушай, Яша, мне нужна все-таки или не нужна? Наверное, нужна. И Луна опять находится в том месте, где я собираюсь фармить. Как так совпадает раз за разом? Если прям на Гудвин Лайф чувствую. Тут Ноя Долина. А тут все приходят фармить со мной в одну точку. Слышал эту хуйню, что червь на гнилое яблоко не сядет? Кажется, что-то подобное в голове у Гудвин Тим. Я был уверен, что он пойдет сейчас мид отпушивать. Нет, он не пошел мид отпушивать. У меня 11 лавы. Побежали к команде. Заметил, что с ультой или без? Я вообще ужасно рассыпаюсь. А кто нынче не ужасно рассыпается? Даже я вроде кристал бэк, а вроде за полсекунды улетаю. Ну ладно, там зомбики за меня всю работу сделали в целом. Хорошо. Талантах апериген. Погнали, Рошана, прямо сейчас, пожалуйста. Да какая же нахуй ты говорил? Я говорил КГ. Ты говорил, по-моему, да? Нет, я вообще ни слова не говорил до этого момента. Да, он пьяный. А он перепутал тебя с этим... Я говорил, да, да. По-моему, пушкал, когда я... Бери ты лучше пушишь, чем я. Погнали на базу. Думаю, ботл пора придавать. Пользу Яши пока что. В принципе, 550 ношусь. Доволен.
Ходи бы так к команде, не по речке. Блин, без гаста все дальше, еще простав блинк. Можем их шар. Хорошо. Рэмплтонуть не успеет. И не пройдет тоже наш. Что-то я уже в тимбер начал кнопки нажимать. Мене психичное порушение. Я хочу слыться на свой хвист. Мастер Ментора. Зачем? Зачем? Не надо, не надо, не надо. Но из нас глифы все равно полдуши высосут. Я без пачки подниматься не буду. В чем план Тимбера, я пока не придумал. Вот, собственно, глиф. Давайте бэкнем, без БКБшек. Пойдем мид, давай мид, пойдем. Да, давай, им глифов нет. Все стороны снесем. Гляну, руна активная снизу. Вот сверху была, нет, снизу. И нулифайер. И потом сразу же, разумеется, Дейдалус. МКБшка неплохой выбор в этой игре, но там кроме разика миссов не будет. Максимум алебарды на кентавре. Потому что на лоу рангах алебарды до сих пор почему-то рейтят. Взяли что-нибудь на диспел. Наш, наш, наш. Я ультовать буду после, ой, БКБшку нажимать после ультимейта Трента. Надо было Леона брать, от Трента меньше импакта гораздо. Стоп, а я не кидаю колючки в Хекса? Я не кидаю колючки в Хекса! Кто ж знал? Я точно не знал. Сейчас танк катится. И 4 секунды до Хекса. Все, ладно, по итогу прокатило. Так, у нас с Соблевым что-то случилось. Поставься под стан, я тогда смогу убить его. Спасибо. Есть смысл взять? Слышишь, дружище, а ты случайно не стример? Ты стример. Гост нет, а гост полный шлак. Канал? Подскажи, пожалуйста. А, Ёж, смотри, учись, Good in Life. Канал, на которых я участвовал в последнее время. У тебя голос знакомый, прям вообще писец какой. Или ХММР, или как-то так где-то я слышал тебя. Ой, без БКБшки супер сыкотно. Да Урса тоже, он и без БКБ, и без ультимейта сейчас. Леон ничего не добьется своими фокусами. А, он успел меня застанить. Там БКБшка резко закончилась. И давайте. Талант на дэмэдж. Маны и беды, давайте-ка я между МКБ и критами резко выберу Bloodthorn. Уж съешь меня, пожалуйста, мне плохо.
Слышишь, дружище, а у вас канал «Смотри и учись», да? Да-да, я же сказал. Пуш, съешь, пиши. Спасибо, Пуш. Да, прикольно. Ой, я в ПЖ задоджил все кнопки. Нужно рефайр кинуть, он без лапок будет теперь. Пока я ПЖ сначала убил, а потом лапы скинул. Ну, удачи тебе в канале. Спасибо и тебе. Спасибо. А, я тоже смотрю. И всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки, за комментарии, в описании ссылка на мой твич на Twitch Алина и мир вам.